Мария, расскажите вкратце, что с вами произошло и как вы попали в клинику. В 2014 году я поехала на Олимпиаду в Сочи в составе основной, в составе сборной России по фристайлу выступать, защищать честь нашей страны. Мне было 23 года, и во время одной из тренировок я получила травму. Я упала на лыжах с трамплина и сломала позвоночник. Мне провели несколько операций. Сначала это были операции в Сочи, потом меня перевезли в клинику в Германии, там еще было несколько операций. Я не чувствовала тело ниже пупка сразу же. У меня был полный паралич. И в Германии мне уже врачи сказали, что я никогда не смогу ходить, что мне надо учиться жить на инвалидной коляске, что теперь я инвалид. Я была в шоке, у меня несколько дней была ужасная депрессия, ничего не понимала, как-то так как-то возможно, что нельзя вылечиться. Ведь изначально я думала, что у меня просто легкая травма. Вот. Но потом стали писать мне разные врачи, шаманы, гадалки и так далее. То есть мне хотелось верить, что есть какой-то способ. И мне посоветовал один знакомый клинику такого доктора Блюма, который находится в Москве и в Испании, то есть филиал. Я, опять же, не могла поверить, что там какое-то может произойти чудо, но прилетела сюда сама, ну, с мужем. И мы пообщались с этим доктором, и он сказал, что он, только он, сможет поставить меня на ноги, что нужно год ежедневных тренировок. И мы приступили к тренировкам, потому что я хотела верить в то, что он говорил. И было потрачено за все время 627 тысяч евро. Я прозанималась у него полтора года. Но ничего не случилось, я не начала ходить, улучшений никаких не было. Ну, доктор Блюм говорил, что у него своя методика, и что он сам знает все, как делать, какую последовательность соблюдать, то, что нужно довериться только ему, и все будет хорошо. Тренировки были с инструкторами в его зале, который он соорудил сам. Это такие железные конструкции, на которых я занималась по 6 часов в день примерно, без выходных. Без выходных. А из чего конкретно состояло лечение? И когда и как вы поняли, что оно действует? Мы занимались, снимали на видео мои там 100 дней, 200 дней, 300 дней. Честно говоря, доктор обладает какой-то силой гипноза, я не знаю, что такое действует, но это, говорю, не только я, но и другие люди, кто у него занимался. Он заставляет тебя поверить в то, чего нет. Ну, то есть мышцы напрягаются, да, во время некоторых упражнений. И он говорит, вот смотри, видишь, тут уже работает, тут уже мышцы увеличились. И ты такой думаешь, да, да, здесь вот правда, он говорит. И ты начинаешь ему верить. И он говорит, надо еще денег, надо еще заниматься. И вот так продолжалось все эти полтора года, когда у нас заканчивались деньги, нужно было собирать еще, чтобы продолжать заниматься дальше. Но спустя полтора года у нас уже не было средств заниматься, и мы говорили им об этом, вынуждены были прекратить лечение, поскольку не было уже средств платить. Почему вы именно сейчас подаете иск? Ну, наконец-то пришло полное сознание, понимание, как вообще действовать, что делать, потому что те годы у меня просто такая все как каша в голове была, занятия, круглосуточные тренировки. То есть, по сути, я вообще не видела жизни, я не могла думать ни о чем, кроме как о тренировках.